участие во всероссийской новогодней елке сформирован список из 16 учащихся, согласно выделенной квоте республики, сообщается на сайте Министерства образования и науки Тувы. По рекомендациям организаторов, предпочтение отдано отличникам учебы, победителям конкурсов и олимпиад, детям из социально незащищенных семей, детям, родители которых погибли в горячих точках, с учетом равномерного распределения отбора детей в разрезе районов и городов Тувы. Конкурс по отбору учащихся был проведен в два этапа – отборочной муниципальной комиссии и заключительной Министерством образования и науки республики. Из муниципальных органов управления образованием Тувы были представлены 15 портфолио кандидатов с протокольными решениями обучающихся 12 районов и республиканской школы-интерната «Тувинский кадетский корпус». Рассмотрев все портфолио кандидатов, школьников и изучив анализ состава делегаций в разрезе муниципальных образований за предыдущие годы, включены 4 детей, отличники учебы, победители и призеры всероссийских и республиканских конкурсов и олимпиад. Общероссийская новогодняя елка состоится 26 декабря в Кремлевском дворце.